Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Ранним утром 8 июля 2023 года поезд подъезжал к станции Чат в поселке Октябрьском Пермского края. Вдруг фары локомотива выхватили в темноте нечто страшное. На насыпи у путей лежало тело. Разглядеть чье из состава было невозможно. Машинист сообщил об увиденном на станцию. Железнодорожники пошли проверять и убедились. Практически на путях лежала голая, обезображенная ударами и ожогами, молоденькая девушка. В сознании. Она лежала не на рельсах, а рядом с ними, уточняет сотрудник железной дороги. Машинист передал сигнал дежурному нашей станции и поехал дальше. Тут же диспетчер путевой части вызвал скорую помощь и полицию. Мне позвонили в 6:20 утра. В 6:40 я приехал к станции. Скорая была уже здесь, на переезде. Я пошел вместе с медиками к месту, где нашли девочку. Увидел дым. Там от травы все тлело. Возможно, на траву попала горючая жидкость. Когда мы подошли ближе, то увидели девочку. Она была полностью голая, в одних носках. Одежду не нашли. Вся ее голова была в крови. Волосы были подгоревшие. При этом на теле не было крови. Ее били о рельс головой. Мужчина показывает запекшиеся следы крови. Видно, что ее было много. Недалеко на краю одной из шпал видно круглый след копоти. Собеседник сказал, что здесь лежала голова девочки. Еще чуть дальше видно обгоревшую черную траву. Здесь, говорит железнодорожник, ее волокли. На теле девочки были следы земли и песка. К месту, где нашли школьницу, вела неширокая тропинка, которая начинается с жилого сектора. Медики подбежали к девочке, похлопали ее по щекам. Девочка подала голос. Врачи стали задавать ей вопросы. Она все понимала и отвечала. Врачам она назвала свое имя и дату рождения. Ее спросили: «Тебя били?» Она говорит: «Нет». «Тебя изнасиловали?» Она ответила: «Нет», вспоминал собеседник. Скорее всего, если ее били и насиловали, она это просто не понимала. Когда ее нашли, она не могла пошевелить ни руками, ни ногами. Я надеюсь, что она ничего не чувствовала. Она лежала на спине по диагонали к путям. Ей очень сильно повезло, что ее не переехал поезд. Вздыхая, мужчина рассказал, что по словам медиков и полиции, Яну все же изнасиловали, в том числе некими предметами. Ей заливали горючую жидкость в рот и туда, в область половых органов. Они избавлялись от своих биологических следов, рассказал собеседник. Пустая банка, возможно, от этой жидкости, тут стояла. Ее забрали следователи. Я помогал медикам перенести ее на носилки. У девочки левая сторона тела, левая нога и рука была в ожогах. У нее кожа с рук слезала, когда ее пытались поднять. Железнодорожник уверен, девочку положили к рельсам в промежуток с 6 до 6:20 утра, когда ее заметил машинист поезда. Составы тут ходят каждые 20 минут. Скорее всего, именно приближающийся поезд испугнул того, кто это делал с ней, говорил рабочий. В Октябрьский направили вертолет санавиации из Перми, но осмотрев пострадавшую, медики приняли решение оставить ее в местной больнице. Она была в тяжелом состоянии, и перевозить ее было смертельно опасно.
Пока пострадавшая школьница находилась в Октябрьской больнице и была в сознании, к ней в палату пришел отец. Девочка узнала папу и даже назвала ему фамилию своего мучителя. Им оказался 16-летний приятель девушки, Сергей Минязев. Также стало ясно, что в то злополучное утро он издевался над подругой не в одиночку. Всего мучителей было трое. Двоих остальных подростков звали Илья Мерзляков и Тигран Тавмасян. Когда я пришел в больницу на опознание дочери, она мне назвала фамилию одного из тех, кто на нее напал, рассказал отец девочки Николай Шихов. Фамилии двух остальных, как мне известно, дочь назвала, когда ее забирала скорая. Мы стараемся ни с кем не разговаривать, только с сотрудниками правоохранительных органов. Родители этих подростков с нами не связывались, да нам и не хотелось бы с ними общаться. Единственное, чего мы хотим, чтобы наша дочь выжила, и все виновные получили по заслугам. Благодаря усилиям врачей Октябрьской ЦРБ, состояние пострадавшей удалось стабилизировать. Это позволило транспортировать ее вертолетом санавиации в Пермь. Школьница находилась в ожоговом отделении в микрорайоне Закамск в Перми. В больнице врачи ввели девушку в состояние медикаментозной комы. Однако медики не смогли спасти девушку. Утром 18 июля Ярослава скончалась от полученных травм. У нее было обожжено 90% тела. «Таких больных можно выходить только одного из тысячи», прокомментировал заведующий ожоговым отделением. «Но мы не могли смотреть, как ребенок погибает, и делали все, что от нас зависело, и даже свыше». Специалист сказал, что самые современные клиники не могут похвастаться тем, что выхаживали пациентов с 85% ожогов, только с 70-75%. Для этой девочки было сделано все, что только было возможно. Но в данном случае у нас не получилось. Мы не боги, сказал врач. Местные рассказывают, что отец пострадавшей девочки – преподаватель в училище, а ее мать работает воспитателем. Те, кто знает Ярославу, отзываются о ней как о милой, умной, открытой, воспитанной, ударнице в учебе. Дочка у них как куколка, красивая, всегда в беленькое одета, сама светленькая, отзывается о Ярославе соседка. А вот про парня рассуждают, что он так жестоко расправился с Ярославой, потому что был под наркотиками. У нас тут за линией, местные так называют микрорайоны по другую сторону от железной дороги, открылся клуб, там наркотики продают. Молодежь с катушек начала съезжать. «Чё попало, творят», — говорила собеседница. О самом подозреваемом отзываются неоднозначно. Гулял в компании, таких у нас называют офниками, субкультурой, ассоциирующейся с агрессивным поведением. «Семья у него полная, это вполне обеспеченные люди», — описывала женщина. «От Ярославы он живет вон, совсем недалеко. Скорее всего, он пригласил своих друзей к себе домой, и они пировали прямо там. У его родителей был последний день отпуска, их не было дома, а могли отдыхать и в заброшке, она тоже находится недалеко». Недалеко от дома подозреваемого действительно есть заброшенное здание. Расселенный дом сотрудников железной дороги. Внутри в некоторых комнатах есть мебель. На земле видны следы ботинок. Тут явно кто-то бывает. Однако 12 июля следователи сообщили, что в ночь на 8 июля девочка была именно дома у подозреваемого, в отсутствие взрослых и иных лиц. Суд арестовал Минязева на 2 месяца. По обвинению в покушении на убийство. Появилась версия, что перед тем, как расправиться с девочкой, арестованный подросток ее изнасиловал. А потом девочку оглушили, притащили к железнодорожным путям, облили горючей жидкостью и подожгли. Не исключено, что несли ее пьяные подростки все вместе. Второй участник этого зверства – подросток, чей отец является местным предпринимателем и авторитетом. А третий парень – приезжий. Ни один из них в поле зрения полиции и комиссии по делам несовершеннолетних никогда не попадал. Однако обвинений в изнасиловании пока предъявлено не было. Судя по слухам, 16-летняя покойная ранее дружила с подозреваемыми. Она хорошо знала этих парней, хотя училась в другой школе. В тот вечер она какое-то время посидела с ними, а позже вернулась домой, и родители отправили ее спать в свою комнату.
Наутро к родителям девочки приехала полиция. Спросили, где дочь. Ничего не подозревающие мама с папой ответили: дома спит. Но тут выяснилось, что она выбралась через окно на улицу и снова сбежала в эту страшную компанию. Про задержанного парня в Октябрьском рассказывают охотно. Акцент делают на том, что его семья тоже хорошая, не бедная. Отец много лет работал в полиции, сейчас на пенсии. Мать работает в ГУФСИН, а сестра – адвокат. Но интересы брата защищает не она. У здания суда видели местного адвоката, который обычно защищает всех октябрьцев в суде. Дом задержанного за высоким забором. СМИ неоднократно пробовали достучаться до жильцов, но нам так никто и не открыл. Последние дни их почти не видно. Тишина, говорят соседи. Чтобы понять, что представляет из себя подросток, который отважился на такие зверства, журналисты изучили его страницу в соцсетях, пока она еще не заблокирована. Страничку, кстати, быстро закрыли после случившегося. На личной странице школьника много фото с любимой девушкой. Именно с ней подозреваемый поссорился в тот злополучный день. С убитой Ярославой же, по словам знакомых, Минязева связывали дружеские отношения. Еще на странице десятиклассника есть говорящий статус. Только ее глаза научили меня влюбляться. А в графе «Семейное положение» – женат. Несмотря на то, что в августе ему исполнится всего 17 лет. На страничке у отца, бывшего силовика, подросток с гордостью позирует на 9 мая с георгиевской ленточкой на груди. А потом и в ресторане, где курят кальян. Еще пару лет назад парень был, как и все подростки, постил себя с удочкой у прудика и делился победами в компьютерных играх. Рос он в полной семье. У него любящие родители, которые летом возили сына отдыхать в Сочи. Но в последнее время у фигуранта этой жуткой истории начали появляться фотографии с мотоциклом, в камуфляже и с оружием. Судя по всему, парень причислил себя к золотой молодежи, ведь его мать была высокопоставленной сотрудницей, а отец работал в полиции, но после ухода в отставку устроился в охрану на крупное нефтяное предприятие. Жизнь в кайф, подписывал он свои посты и был счастлив, когда друзья и подписчики ставили лайки и комментировали словами «красавчик». Но когда идиллия с возлюбленной закончилась, подросток рассвирепел так, что переломал жизнь не только себе и своей семье, но и ни в чем не повинной девочке, попавшей под горячую руку. На допросе обвиняемый утверждал, что у них с Ярославой был сексуальный контакт, причем по обоюдному согласию. Потом, по его версии, она выбежала из его дома и побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала и ударилась головой. Он испугался, что ему попадет, и поджег ее. Жители поселка Октябрьский побывали на приеме у первого заместителя руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Валерия Сафонова, который рассказал пришедшим на прием, что девочка выбежала из дома обвиняемого и побежала в горку, к железнодорожной насыпи. Почему школьница так поступила, недоумевали жители. Проще было бежать вниз по улице, в сторону других домов. Если она была напугана, ей было неприятно, в 150 метрах от этого места ее дом. Почему она побежала не туда? Почему она не кричала, не звала никого на помощь? Вот видите, у нас железнодорожная насыпь. Она в горку побежала, а не куда-нибудь поближе к домам, где есть люди и все остальное. Вот это непонятно, рассуждала местная жительница. Обвиняемый побежал за девочкой, догнал ее у железнодорожных путей и ударил. Она от него побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала, ударилась головой. Он испугался, что ему попадет, и поджег ее. Пересказывает слова представителя Следственного комитета женщина из Октябрьского. Якобы для того, чтобы поджечь школьницу, парень вернулся домой за горючим и облил ее. Чиновник также заявил, что наркотиков якобы у задержанного не оказалось в крови, а алкоголь был. Хотя жители Октябрьского и отец девочки уверены, что подростков, издевавшихся над Ярославой, было трое, по сей день по подозрению в убийстве задержали только Сергея. «В тот день я проснулась в 5:50», – рассказывает одна из жительниц. «Меня разбудили звуки мотоцикла у дома задержанного. Возможно, я бы и не встала, но мотоцикл долго не получалось завести. Только с пятой попытки мотор загудел, и от дома кто-то отъехал», –
К окну я подходить не стала, я ведь еще не знала, что произошло. Поэтому не видела, кто был за рулем и был ли там пассажир. Но по ощущениям, водитель был не один. Обо всем этом рассказала полицейским. Жителей Октябрьского не устраивает объяснение о том, почему задержан только один подросток. Следователи объясняют это тем, что когда Ярославу на путях опрашивал участковый, она назвала ему не имена своих мучителей, а тех, кто якобы входит в ее круг общения. Как такое может быть? Человек находился на грани жизни и смерти, а называл имена людей из своего круга общения? «Вы меня, конечно, извините, но это ведь чушь полная», – возмущаются жители Октябрьского. Любой на ее месте назвал бы имена причастных к издевательствам. Это ведь логично. Тем временем, чаты, созданные неравнодушными жителями Октябрьского и теми, кого история о жестоком убийстве Ярославы тронула до глубины души, не умолкают ни на час. Людям уже удалось дойти до Следственного комитета России. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в Федеральный следственный комитет, а петицию с требованием наказать всех причастных к преступлению подписали более 150 тысяч человек. Инициативная группа продолжает ежедневно писать запросы в Следственный комитет, просить помощи у блогеров и медийных персон, чтобы они опубликовали историю Ярославы у себя на каналах. Неравнодушные обозреватели, а также родственники убитой, не верят в версию, которую на встрече им огласил Следственный комитет города Перми. Наш канал присоединяется к призывам о справедливом расследовании жесточайшего убийства Ярославы Шиховой. Пока мы внимательно следим за ходом дела, мы просим вас, дорогие подписчики нашего канала, с целью максимальной огласки зверского преступления, поделиться этим роликом на своих страницах в соцсетях, а также петицией в поддержку дела Ярославы Шиховой, ссылка на которую будет оставлена под этим роликом. Также делитесь вашим мнением об этом деле в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.